Итак, приветствую вас, друзья мои. Сегодня важная информация для тех, кто желает с помощью ЦМИ помочь себе и своим близким поправить здоровье. Ведь здоровье – это очень важный фактор, а вспоминаем мы о нем часто, когда петух клюет. Итак, что мы делаем? В определенный час, указанный под видео, вы проделываете несложный ритуал со своей кроватью или с кроватью человека, который нуждается в поддержке здоровья. Берем компас, определяем нужное нам направление, например, север. В указанную под видео двухчасовку на 2 часа мы поворачиваем кровать изголовьем на север, чтобы напитаться благотворной оздоравливающей чи. А после возвращаем кровать на свое место. Если ваша кровать уже стоит изголовьем на север, то за 2 часа до важного для активации часа сдвинем кровать в любое направление и вернем ее на место в час активации. Если ваша спальня маленькая и никак не повернуть ни в какую сторону кровать, что же делать? Тогда будем использовать другой способ. Сядьте так, чтобы за спиной у вас находилось нужное вам направление, и сделайте пожелание, касаемое здоровья. Используйте искусство ЦМИ и будьте здоровы!